В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма при перевозке детей в транспортных средствах на этой неделе в области и на территории нашего города проводится профилактическое мероприятие «Автокресла и ремни безопасности». Сотрудники ГИБДД проводят рейды и беседы. В целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей в транспортных средствах, во время очередного рейда будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения в части использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей. Инспектор по пропаганде ГИБДД еще раз напоминает водителям о том, что не стоит пренебрегать ремнями безопасности. Не забывать пристегиваться, а если в салоне автомобиля находятся дети, то они должны быть также пристегнуты специальными детскими ремнями или находиться в специальном удерживающем устройстве. В ходе рейда, на который сегодня выехали несколько бригад ДПС, было выявлено ряд нарушений среди водителей, а именно непристегнутые как водители и пассажиры, так и дети. Некоторые автомобилисты передвигались с выключенным ближним светом фар, что тоже считается нарушением. Валентина Домарадская, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».